Всем привет! Мужчины самых разных возрастов, профессий и материального положения любят смотреть как платное, так и бесплатное видео для взрослых, размещенное на онлайн-ресурсах или же самостоятельно закачанное ими на личные компьютеры. Давайте попробуем разобраться, что будет, если смотреть фильмы для взрослых. Такое поведение ни в коем случае не является отклонением от нормы, и уж тем более не говорят о проблемах интимного характера. Многие специалисты поощряют просмотр таких роликов и фильмов, даже среди женатых представителей сильной половины человечества, справедливо полагая, что это может разнообразить им внутрисемейную и интимную жизнь. Давайте же разберемся в ситуации и решим, почему же мужчины любят подобные видео, взглянув на ситуацию непредвзято. Даже состоящим в браке или же имеющим постоянную подругу, представителям сильного пола хочется время от времени погулять на стороне. И именно просмотр фильмов подобной категории помогает им обуздать свои плоские желания, просто включив ролик. Это помогает сохранить семью, избежав романов на стороне, и всегда оставаться в тонусе. Кроме того, большинство мужчин и даже женщин используют фильмы для взрослых для быстрой и безопасной разрядки, в удобное для них время и в любом количестве. Такой подход удобен даже людям, состоящим в браке, поскольку далеко не всегда их желания можно удовлетворить сиюминутно. Представители сильной половины человечества могут использовать фильмы с клубничкой для быстрого поднятия мужской энергии, чтобы близость с любимым человеком принесла гораздо больше удовольствия обеим сторонам. Также многие мужчины выбирают бесплатное видео для взрослых в качестве своеобразного самоучителя в интимной сфере. Они черпают оттуда необходимые навыки обращения, изучают новые позиции, которые в будущем применяют в жизни, удивляя своих дам. Помимо всего прочего, людям свойственно тянуться ко всему прекрасному, например, к привлекательным обнаженным женским и даже мужским телам. Это позволяет полностью удовлетворить свои эстетические потребности. А еще ролики и фильмы категории 18+, помогают воплотить свои интимные фантазии, а также раскрепоститься скромным мужчинам, делая их более уверенными в общении и отношении с женщинами. Именно поэтому видео для взрослых можно назвать своеобразным лекарством, как для души, так и для тела, которое рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Можно прийти к выводу, что просмотр фильмов с клубничкой не вредит человеку, но только если это делать как можно реже. Такие фильмы больше стоит смотреть в целях обучения, нежели в целях самоудовлетворения. Делитесь своими секретами. Как часто вы смотрите подобные фильмы? Пишите об этом в комментариях под видео.